Я опоздал на последнюю экскурсию. Придется самому искать дорогу, чтобы объяснить Ориону, что он не прав. Если бы камни могли говорить, они бы говорили загадками, как королева попрошает. Сколько раз город умирал и возрождался, и все без моей помощи. Вы сказали, он всех вылечит! Ты не должен страдать так, как она. Докажи свою веру в рассвет, и ты будешь спасен. Я не могу! Покажи мне неверного, и я засажу ему болт поверх глаз. Надежно мне собрались. Орион готов. Пора закрыть собой. Но сколько наших братьев и сестер еще на улице? Теперь это наша улица. Больше не надо шептаться по углам, бояться петли и кандалов. Им придется подождать. Надо выпить. Когда рассвет столь близок. Что? Наш брат убит! От света не спрячешься! Найду дорогу вниз. Нам же сказали запереть эти двери. Черт, меня побери! Тут что-то не так. Странно. Неверный! А? Тебе меня не убить. Я первым тебя выслежу. Никого не нашел.
Когда припасы будут отправлены вниз? Лифт старше, чем этот квартал, и также изношен. Сам Орион не заставит его идти быстрее. Следи за своим языком, друг. Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Больше веры, братья. Буря очистит улицы от клима. Скоро мы станем свидетелями нового расцвета. Надо выпить. Крысы повсюду. Лифт уже прислали обратно? Эх, есть хочется. Покажи мне неверного, и я засажу ему болт промеж глаз. И что дальше? Ждите рассвет. Надо было учиться читать. Каждый новый город строится на костях старого. Если бы эти камни могли говорить, что бы они рассказали?
Есть время, чтобы вскарабкаться обратно. Тяжко. Всюду мрак. А, это не человек ли был? Раз буду лучше смотреть. Ненавижу ждать. Дергаются. Ерунда. Я сегодня же докажу свою верность. Это не может так кончиться, когда рассвет столь близок. Сегодня же докажу свою верность. Куда он делся? Чертов хитрец!
опасно нынче на улицах. Все как в приюте. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Надо срочно остановить Ориона.
Кажется, что-то движется. Прямо за воротами. Это те твари, я знаю. Так близко. Движется. Прямо за воротами. Это те твари, я знаю. Так близко они еще не подходили. До сих пор. Как ты думаешь, а их Орион может спасти? Что? Чудовищ спасти нельзя. Мы должны охранять ворота. Горячий кофе сейчас бы не помешал. Я не боюсь. Меня благословил Орион, и страх ушел. Я сам убил громадного стража в Грейстоуне. Но эти твари противоестественные. Как думаешь, откуда они взялись? Из-под земли выползли? Или из моря вышли? У меня в висках так стучит, как будто они вскрыли мой череп и вылезли из моих кошмаров. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Я голодный, как...
Спина совсем разболелась. Я недостоин благословения Ориона. Там, в Грейстоуне, я колебался. Стражи казались чудовищами в черной стали. Тогда все было по-другому. И все-таки они нас боялись, друг. Знали, что не устоят против нас. Мы дали волю своему гневу, и моста больше нет. Где была рыночная улица, теперь сияет дыра. Лучше на дне реки, чем в рабстве у этих блюдков. Город еще возродится, брат. Thank you.
Темный где-то рядом. Нутром чую. Что случилось с этим местом? План простой. Проникнуть внутрь и импровизировать. Наконец показали барону Нордкресту, что люди — кровь и плоть города, и что с нами надо считаться. Вашим мукам и страхам скоро придет конец. Друзья, настал новый день! Сила, что я дарю вам сегодня, отвадит от вас любую болезнь. Когда каждый будет помазан, мы отправимся с этим даром на далекие берега! Что ты наделал? Мне это нужно. Нам это нужно. Ты разве не понимаешь, чего мы хотим? Орион, остановись. И перестать помогать людям?
не пытаться облегчить им жизнь? Ты не помогаешь людям, а обрекаешь их на смерть. Поначалу им хорошо, но поверь, их тела не выдержат силу примали. Нет! Этот фрукт мой. Крысиный король. Опять по карманам шаришь? Давно я тебя повесить мечтаю, мастер-лорд. Но мне петля не нужна. Вот этими руками я с радостью выдавлю из тебя всю душу. Да уж, пора. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Я ловил тебя по всему паршивому городу! Я найду тебя! Дам тебе шанс умереть в бою. Что скажешь, Гарет?